Вот я пропутешествовал с Виктором Ильичем Боярским по Антарктиде в его книге «Семь месяцев бесконечности». Именно столько длилась их трансантарктическая экспедиция. 217 дней, более 6000 километров люди прошли на собачьих упряжках. Сейчас это невозможно повторить по многим факторам. Сам Виктор Ильич очень порядочный, скромный человек. Это легенда Арктики, заслуженный полярник России, автограф. Сейчас он является председателем полярной комиссии при РГО. В книге есть очень интересные моменты касаемо менталитета, потому что, как я сказал, экспедиция была международная, в нее входили русские, американец, китаец, француз, англичанин, японец. И было так устроено, что время от времени они менялись палатками, то есть как раз таки, чтобы лучше друг друга узнать, почувствовать. И, конечно, для тех, кто собирается или уже ходил, здесь много полезной информации. Это дневники. То есть каждый день путешествия здесь расписан. Есть книги. После экспедиции они были и в Париже, и у президента Америки. Встречали их везде на ура. Прекрасная книга. И я очень рад, что я лично знаком с Виктором Ильичем Боярским. И думаю, встретимся здесь, на просторах Карелии. У нас еще пока снежок. Хотя сегодня уже 8 мая. Пардон, 7. Снега у нас еще достаточно. Конечно, не Антарктиды, но... Весна в этом году затянулась. Рекомендую. Я думаю, про таких людей надо снимать фильмы. И при этом... Не обязательно съемочную бригаду везти в космос.